Доброго дня, шановні телеглядачі. Я рада вітати вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми будемо говорити про банківську систему в Україні та про стосунки користувачів, клієнтів банків і, власне, банківської адміністрації. Ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо ви маєте питання із цієї теми, можете поставити їх за номером телефону 76 92 42. Цей номер ви бачите на своїх екранах, і час від часу він буде з'являтися, щоб вам було зручно телефонувати нам. На всі запитання, пов'язані із цією темою, компетентно відповість наша шановна гостя у нас в студії, пані Олена Ласкіна, консультант фірми «Профальянс». Рада вітати вас, пані Олено, в нашій студії. Я тоже всех рада видеть. Я, как всегда, общаюсь на русском языке. Прошу, якщо вам так зручніше. І, власне, тему я анонсувала. Ми вже говорили, власне, на цю тему, починали говорити ще у минулому році. Були певні нововведення, є певні підсумки, тому продовжимо цю тему розглядати і розбиратися в ній. Сьогодні дуже часто лунають такі терміни, як рейтинг банку, надійність банку. Цими темами дуже часто спекулюють, цими термінами. З чого ж складається таке поняття, як рейтинг банку і його надійність? На які фактори слід вважати, коли обирати банк для користування? І так, що таке рейтинг? Рейтинг, это мы, в принципе, знаем понятие, ну, как бы, общей нашей жизни, это там какой-то топ, топ по определенным критериям. То есть в банковской сфере, в потребительской сфере, потому что, опять же, критерии эти создаются не просто по какому-то там научному исследовательскому материалу, хотя основой являются все-таки научно-исследовательские подходы, законодательные акты, законы, нормативные акты и так далее. Это жизненный все-таки фактор. Основной жизненный фактор, опять же, топа рейтингов банков – это платежеспособность банка, возможность вовремя проводить операции банков, возможность вовремя выплаты банковских продуктов, в частности, депозитов. И вообще жизнедеятельности банка, потому что мы знаем, что существует, вот как бы, точнее, как бы, у людей есть понятие, что банк хороший тогда, когда он большой. Вот. Ну что значит большой банк? Большое административное здание, много филиалов, или же большой, это потому что о нем слишком много разговаривают. То есть, как бы, это рекламные хода, которые предоставляют та банковская структура или там маркетинговая структура, которая работает с данным банком для того, чтобы повысить свою производительность, свою охватываемость и привлечение новых клиентов. Опять же, давайте вспомним о том, что банковская структура – это все-таки финансовая структура, направленная на получение прибыльности. Банк не будет существовать тогда, когда он, точнее, долго, извините, не будет существовать тогда, когда он имеет отрицательный результат. Если он существует и имеет отрицательный результат, как, к сожалению, мы видим на примере нашей банковской экономики, то производятся процедуры санации банковской, ликвидации банковской. Это как бы... Вот мы к этому, мы сейчас дойдем. Да, дойдем, но опять же мы это имеем. И что, опять же, рейтинг. Рейтинг составляется путем голосования, подбора исследовательских инструментов. Давайте сейчас вот все-таки посмотрим, что сейчас заглядывать буду в шпаргалку, вы уж извиняйте, но есть момент. Опять же, рейтинг существует на сегодняшний момент. Его создала определенная консалтинговая компания, агентство Томпсон, я эту информацию взяла все с интернета, пользуюсь, как обыкновенный тоже человек, интернетом, беру оттуда. Это не какая-то утаивничная информация, она открыта. Действуем проверенными методами, я всегда говорю нашим вот слушателям и, опять же, своим друзьям, знакомым, то, что если мы идем с вами в интернет, мы попадаем на центральный рынок. На центральном рынке нужно понимать, кого слушать, кого не слушать. Я перебью вас на одну хвилинку. Ми знаємо, що є багато досить сьогодні консалтингових компаній, да. Досить багато компаній з вивчення і громадської думки, і складання рейтингу. Чи не різняться їхні рейтинги? Чи не вийде так, що ми зайдемо і побачимо проплачений, скажімо так, рейтинг? Однозначно увидимо. Як відрізнити справжній від купленого рейтингу? Опять же, здесь существует
Центральный рынок, повторюсь. Почему? Потому что как бы есть информация одинаковая, есть информация совершенно разнящаяся. Если мы начинаем с вами сравнивать и анализировать, мы увидим то, что нам необходимо. Мы не должны слушать один и тот же источник. Центральное сарафанное радио никто не отменял. Оно всегда тобто было. Вивчаємо, порівнюємо, співставляємо. Да. Но опять же, как бы, если брать уже за основу людей и массы, всегда мнение будет приходить к идентичному показателю. Итак, что мы имеем? У нас имеется банковская система. Есть топ-десятка, есть топ-пятидесятка. Десятка банков – это то, что самые-самые актуальные банки по выплате, повторяюсь, по выплате депозитов, по выполнению обязательств по платежным системам, то есть перечисление денежных средств, по выплате денежных средств в валютной части, по, опять же, я не буду говорить о продаже валюты, потому что у нас существует сейчас огромное количество ограничений продажи, покупки валюты, то есть существование банков. А есть понятие системные банки. И эти системные банки сейчас вот или являются вот этими топовыми банками. То есть это тот же Укрэксимбанк, потому что он государственный. Государственные банки никогда не будут в негативном качестве. Вот, это Ощадбанк, это Приватбанк, это Кредит Агриколь, Укрэксимбанк, Райффайзенбанк Аваль, ИНГ Банк Украина, Прокредит, Правекс, Укргазбанк. Могу сейчас сказать еще по поводу ОТП банка, Пумба. Я сейчас говорю все, почему опять же, потому что все люди всегда спрашивают, вы скажите конкретно. В який банк нести гроші? Да. Нам, пожалуйста, опять же, почему мы сейчас вот продолжаем эту тему итогов, потому что мы знаем, закончились праздники, зарплата вот-вот-вот, и куда же... Споживацькі кредити, да. Ми до них теж незабаром перейдемо. Да. Єдине, я хочу уточнити такий момент. Ви сказали, банк не проіснує довго, якщо він не отримує прибутки. Тобто ми можемо говорити про тривалість роботи банку на ринку України як про показник його стабільності? Чи навіть банки, які ніби мали багату історію, ніби були стабільні, довгий час пропрацювали, все одно не можуть гарантувати? Тобто лише показник у цієї історії, наскільки він надійний? Вот смотрите, вот здесь вот есть вот разница. Есть стабильность банка, а есть понятие реагирования на непредвиденные факты. То есть, немножечко забегу вперед, у нас есть вот перечень банков, которые, к сожалению, пошли на ликвидацию в 2015 году. Банки, у которых была достаточно уже крупная история на украинском банке, рынке банковском. И мы видим, что они, к сожалению, все, лопнули. Опять же, это говорит о том, что нужно понимать, что такое стабильность, и что такое понятие возможность правильно реагировать на непредвиденные факторы, то есть гибкость. То есть это уже менеджмент. Это внутренняя политика какая-то управленческой части. Это возможность обращения к материнскому банку или, опять же, тем же инвесторам, потому что, как бы, в принципе, перечень самых надежных банков у нас – это либо же у нас государственные банки, либо же банки с иностранным капиталом. С иностранным капиталом, так. Да, то есть иностранный капитал – это возможность обратиться при какой-то вот этой вот форс-мажорной ситуации к основному материнскому банку. Эй, помоги, пожалуйста. Вообще просто кошмар. Вот, то есть вот этот просто кошмар наступил, они обратились, им помогли, банк вырулил. Если банк падает на ликвидацию, либо же на ту же санацию какую-то возможность, то опять же мы понимаем, что это не свалится все с неба, идет финансовое вливание. Финансовое вливание, мы знаем, у нас сейчас все нашу Украину вливают, все пытаются помогать, но существует, опять же, ряд у нас удачных, извините, в данной ситуации я уже так, извините, как черный юмор, неудачных дыр, в которых это все неудачно выливается. Да. Тобто зараз ми трохи з рейтингами розібралися, але да, дуже велика тема, яку ви вже порушили, це споживацькі кредити. І ще одна послуга, до якої ми так само перейдемо трохи пізніше, це депозити, які все ж таки теж треба розібратися, в яких валют, в якій валюті зараз краще і брати кредити, і відкладати депозити, і взагалі, які на сьогодні є моменти, розпочнемо з кредитів все ж таки споживацьких. Вартість споживацького кредиту – це той момент, на який кожен громадянин, хто приходить до банку за кредитом, звертає увагу.
договори ми вже ніби навчилися читати, ніби вже маємо знати, на що звертати увагу, але давайте основні моменти ще раз підкреслимо і ще раз нагадаємо. Давайте, тому що вопрос, опять же, наш жизненный. Актуальный, так? Очень актуальный. Немножечко сейчас тоже в сторону по поводу этого. Опять же, почему кредит? Потому что сейчас полностью мы с вами заработную плату в большинстве своем получаем, в большинстве своем сейчас говорю, на карточку. У нас у всех есть зарплатные карточки, есть какие-то суммы, соответственно, банк видит какую-то историю. Помимо этого, у нас с вами есть у кого-то какая-либо движимость, недвижимость. Соответственно, придя в банк, мы с вами можем рассчитывать на определенную сумму кредитных средств. Я говорю, почему рассчитывать, потому что всегда людям говорю, пока ситуация не особо стабильная, лучше уже что-то, уже, как говорится, может быть, частями там пойти на выплаты. Но опять же, если вы идете частями на выплаты в ту или иную организацию, там магазин, супермаркет, там каких-то там техники, то вас по-любому будут спрашивать. Так же самое идет запрос на банк, потому что в данной ситуации та же организация будет идти в тот же банк. И уже организация со своей историей будет доказывать, что вот, я хорошая организация, дай мне, пожалуйста, денег, заплати за этого человека, и будет все хорошо. Вот. Но к чему это? Повернемось до споживацких кредитов. Да, опять же, к чему? То, что любой банк, как коммерческая структура, пытается зарабатывать. Предоставляя людям кредиты, банк начинает зарабатывать. Поэтому, несмотря на то, что у нас 2014-2015 года, тяжелые года для банковской системы. Мы видим под конец 2015 года, что банки активно начинают все-таки раздавать кредиты. Предоставляют, приходит человек, тоже как бы каждый человек там приходит в отделение, у нас есть возможность предоставить вам кредит. Хоча здавалося б, сьогодні здатність людей погасити кредити викликає сумніви. І було багато випадків, коли кредити залишалися непогашеними, і сьогодні банки не з усіх навіть можуть боржників повернути гроші. Чому ж вигідно зараз банкам давати кредити? Потому що це той же заробіток. Тоже существует понятие инфляции. Мы знаем, что есть у нас инфляция гривны, которая достаточно высоко. Есть у нас Нацбанк, который очень пытается контролировать эту нашу инфляцию. Ну, дай Боже, чтобы все-таки получилось. И есть понятие у нас суммы денежных средств, которые банк выдает. Опять же, мы видим, что те же 10 тысяч, те же 20 тысяч, до 50 тысяч гривен банки сейчас выдают кредитов. Опять же, по залог, под залог недвижимости, под заработные платы, под пенсии. Меня, честно говоря, это очень удивило, но этот факт есть. Почему? Потому что та же пенсия попадает на карточку, та же заработная плата попадает, и если у нас существует невыплата с чего-либо, банк может накласти. Соответственно, деньги, они автоматом повертаются до банка. Совершенно верно. Здесь очень, как бы, оно такое еще у нас вешеное, мы с вами об этом говорили. Вешеная, я имею в виду, ситуация неразборчивая. Почему? Потому что мы знаем, что для того, чтобы произвести арест денежных средств, мы должны получить решение на арест денежных средств. Да. Но так как это еще не отработанная схема, вот сейчас могу сказать, что вот буквально вот в январе месяце нашим президентом было уже вынесено на рассмотрение этот законопроект о том, чтобы автоматически, без включения человеческого фактора, было произведено вот это арест денежных средств на счета. То есть, взагалі, автоматизация этого процесса? Совершенно верно. Опять же, почему? Потому что, вот немножко вернусь назад, почему у нас ситуация с банками нехорошая как таковая? Это не секрет, что есть коррупция со стороны топ-менеджеров, есть коррупция со стороны владельцев тех или иных банков. Огромнейшее количество уголовных дел, судебных разбирательств было возбуждено. Опять же, почему? Потому что выдают кредиты, выдаются кредиты непонятно под какой воздух. Это все влияет на саму прибыльность банка, убыточность банка. Соответственно, кто потом это все начинает? Гарантированный фонд начинает это все дело у нас поднимать, государство начинает деньги вливать, то есть мы, по сути-то, потому что мы являемся... Платники податки. Да, вот, опять же, к чему это все, если у нас есть кредит потребительский,
если у нас есть кредит для юридических лиц или физических лиц, он должен быть обоснован реальным каким-то подкреплением на данную ситуацию. Если все-таки вот данный законопроект у нас пройдет и будут накладываться аресты сразу же, мгновенно, это приведет к тому, что деньги не будут уходить со счетов в неизвестном направлении. Деньги появились на счете, люди их неблагополучные, непорядочные вывели, счет пустой. А банк остался при своєму інтересі, а може бути, це все було. Я хочу нагадати нашим шановним глядачам номер телефону 76-92-42. Ми працюємо у прямому ефірі, тож, будь ласка, ви можете телефонувати і ставити свої питання, якщо тема функціонування банківської системи в Україні вас цікавить і у вас є запитання саме з цього напрямку. Пані Олено, ми поговорили про те, що сьогодні видають споживацькі кредити під заставу заробітної платні або пенсії, тобто коли гарантовано є надходження грошей до рахунків клієнту банку. А як щодо застави нерухомості? Ми знаємо про те, що була постанова, згідно з якою не можна було відчужувати нерухоме майно, якщо воно було об'єктом банківського кредиту. Як сьогодні? Як сьогодні? Чи змінилася ця ситуація? Чи можна на сьогодні арештовувати або відчужувати нерухоме майно? Если оно существует залогом банка, и если в данной ситуации документально все у нас оформлено по данному, допустим, как бы есть имущество, имущество, которое это перекредитование. Перекредитование существует, но при перекредитовании у нас скопляется огромное количество вопросов. То есть сам не должно быть никаких там наследственников, родственников там, и других людей, которые могут сказать, это мое имущество, и если оно там, допустим, было в залоге в каком-то, то потом, чтобы не возник вопрос о признании этого договора кредитования недействительным, как это, в принципе, большинство людей старается и делать. Для того, чтобы выйти из состояния кредита, они стараются сделать договор недействительным. То есть этот очень скользкий момент. Поэтому банк для того, чтобы перепродать, перекредитовать, должен самостоятельно вынести это все на торги. Вот. Если имущество выносится самостоятельно на торги, значит, банк уже, можно сказать, полностью проверил имущество. Нет никаких, опять же, если у нас идет вопрос выкуп кредита, то первоначально выкупают кредит заинтересованное лицо, то есть сам кредитор, ему дается такое право. Ну, это уже, как говорится, другое вообще. Да. Просто это жизненный вопрос, я согласна с вами полностью, потому что у нас, повторяемся, вся страна имеет огромное количество кредитов, также имущественных. Мы знаем, что в 2015 году у нас был достаточно большой, мощный законопроект и целые баталии, связанные с ипотечным кредитованием в валюте. Мы знаем, что существует на данный период уже вето, наложенное президентом, и мы знаем, что этот вопрос у нас будет продолжаться в 2016 году. Также будем приходить к общему знаменателю, так как большинство людей, которые имеют ипотечные валютные кредиты, они просто очень недовольны тем, что им приходится, точнее, сейчас существует у нас заморозка этих кредитов, но она двухгодичная, эта заморозка кредитов. Что будет дальше? Люди переживают, люди совершенно не хотят, естественно, платить, курс доллара был 5,05, и платить этот курс доллара на сегодняшний день 28 на гривен. Совершенно верно, это факт. Ну, взагалі, тема валютних кредитів, я думаю, що це тема для окремої розмови у нас. Да. Ми обов'язково присвятимо цілу нашу зустріч цій темі. І ще одне питання пов'язане із гривневими кредитами. Сьогодні користувачі іноді не поспішають виплачувати споживацькі кредити у гривні, сподіваючись на те, що інфляція та рівень курсу гривні перекриють той відсоток, який вони будуть платити банку, тому хочуть обхутитися мінімальними платежами. Але ми зараз маємо дзвіночок від глядача, а потім до цього питання обов'язково повернемось, якщо ви не проти. Давайте. Алло, доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня волнует вопрос. Мне вот на протяжении уже 3 месяцев звонят с Дельта-банка, разыскивают какого-то там Андрея Ивановича. Я его не знаю.
Ну вот как мне поступить? Я им говорю, что я его не знаю, а мне начинают грубить, говорить, что я покрываю мошенника. Угу. Что мне с ними делать? Я им говорила, я позвоню в милицию, они все равно мне звонят. Ну, як вас звати? Представьтесь, будь ласка. Галина Гаврилівна. Дякуємо, Галина Гаврилівна, вам за запитання. Зараз почуємо відповідь на нього. Галина, я думаю, что это вообще распространенная ситуация. Да, Галина Гавриловна, мы с вами знаем, что по телефону мы никого не увидим. То, что вам звонят, как представляются сотрудники какого-либо банка, для того, чтобы попробовать уйти от этой ситуации, конечно, чтобы она прекратилась, вам как минимум нужно попросить их номер телефона, написать официальное письмо от вас с указанием адреса проживания, ваша фамилия, имя, отчество, паспортных данных на главное отделение этого банка, потому что наши региональные, они сейчас только являются посредниками между людьми. Решение выносится у нас все-таки в Киеве, такая сейчас структура банковская. То есть вам нужно еще раз написать официальный запрос на главное отделение Дельта-банка и с запросом выяснения ситуации, почему производится звонок. И требованием, если с вашей стороны никаких обязательств перед этим банком нет, вас конкретно, как физическое лицо, вы не подписывали никаких документов, не являлись никаким представителем, поручителем или так далее, требованием прекращения этих звонков, а также, вот еще раз, с указанием ихнего номера телефона. Тобто перший крок – це під час дзвінка, нібито з банку, запитати зворотній телефон і контакти представника банку, а потім офіційно надіслати листа на головне представництво банку. Так, обов'язково, щоб це письмо було з повідомленням у врученні, щоб у вас було підтвердження. Якщо такого роду дзвінки продовжують у вас і в послідуючому, а послідуюче – це час в течение місяця, так як офіційне роз'яснення у нас производиться в течение місяця, то, соответственно, уже с этим официальным письмом, с уведомлением о вручении, вам нужно идти будет в милицию. Угу. Да. Дякую, сподіваюсь, ця інформація стане у нагоді і Галині Гаврилівні, і іншим нашим глядачам. І не так багато часу, на жаль, залишається до кінця нашої зустрічі. Давайте закінчимо все-таки з кредитами, а решту питань, які могли б говорити, на наступну зустріч перенесемо. Обов'язково. Щодо гривневих кредитів, чи можуть банки піднімати відсоткову ставку, враховуючи рівень інфляції і падіння курсу гривні? Можуть. За яких умов? Да. Опять же, почему? Потому что существует увеличение уровня инфляции. Это законодательно у нас прописано. Есть постановление у нас Нацбанка, которое также само говорит об этом. Также есть положение любого банка. Но, опять же, к сожалению, положение банка не каждый дает почитать. Вот, соответственно, нужно уточнять эти все моменты. Есть договор, которым также это может быть прописано, изменение. То есть, опять же, нужно ли погашать? Нужно погашать как можно быстрее. Почему, опять же? Потому что это обязательство. Любое обязательство должно быть выполнено. То есть понятие того, что я это сделаю потом, может быть, это только... Ну, тем самым вы усугубляете ситуацию, которая... Как бы, ну, дождь у нас строится из капель. Если одна капля начинает неправильно функционировать, то пойдет хаос. А этот хаос у нас по итогу находится сейчас в стране. Мы дружно пытаемся, чтобы этот хаос исчез, но есть такие вот люди, которые препятствуют, а по итогу это становится масса. Масса недовольных, вот у нас вот одна женщина сказала, хорошо, когда есть недовольные люди, плохо, когда есть масса недовольных людей. Вот, то есть давайте вот, если у нас у одного человека станет хорошо с мышлениями, по итогу это будет хорошо у всех. Угу. И еще раз можем наголосить на то, что відсоткова ставка может быть піднята у разі зростання інфляції. І варто, напевно, нашим споживачам кредитів, клієнтам банків, навіть отримати додаткову інформацію в своєму банку, чи не змінилася їхня відсоткова ставка. Так же саме потрібно уточнять по поводу погашення. Є ли можливість погашення по, допустим, по другой схемі, тому що більшість у нас взагалі вопросов по погашенню кредитам – це із-за наличия аннуітетних схем. Вот. Ну, це вже теж окремий момент. Я дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Сподіваюся, що сьогодні інформація, яку ми озвучили, стане у нагоді нашим глядачам. І прощаюся з вами, але сподіваюся, що ненадовго, тому що нам ще багато питань треба порушити і висвітлити для наших глядачів. Будемо старатися. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувались із пані Оленою Ласкіною, консультантом фірми «Профальянс». Залишайтеся і надалі з телеканалом «Миколаїв», щоб знати більше. Ми завжди працюємо з вами і для вас. На все добре.